Торжественная обстановка, красная лента и яркие шары. Саратовский филиал «Энергосбыт Плюс» открыл в Балакове новый офис для обслуживания жителей города. Расположение удобное. Улица Тернавская, 14, первый этаж, здание бизнес-комплекса. Просторный, комфортабельный и приятный офис. Для посетителей предусмотрено все. Места ожидания, информационные стенды, столы и 5 приемных окон. Не забыли и про меры безопасности. Установлен обеззараживатель воздуха, санитайзер, а также нанесена разметка. И для нас это очень радостное событие, потому что самое главное для нас – это наш клиент. В новом офисе «Энергосбыт Плюс» жители города могут передать показания приборов учета, разобраться в вопросах по начислению и перерасчету, внести изменения в лицевой счет, а также получить консультации и решить многие другие проблемы. В день открытия офиса собралось немало клиентов, и для них подготовили сюрприз – беспроигрышную лотерею. Ловким движением руки посетители вытаскивали из вазы листочки и с любопытством раскрывали их. Брелоки, магнитики, ручки, часы, зонтики, кружки – все призы яркие и памятные с логотипом энергокомпании. Пришел выполнить перерасчет по показаниям. Приятно удивлен был. Проходит какая-то акция, наверное, открытие нового офиса, так как по старому адресу я его не нашел. Отправились сюда. Вот, выиграл зонт. А самым главным сюрпризом оказались подарочные карты в гипермаркет электроники. Их счастливые обладатели сразу же решили, какие товары им нужны. Балаковцам было приятно получить как маленькие, так и большие призы. Ты еще с вашим логотипом. Вы знаете, это впервые в моей жизни. Посетители довольны, что новый офис открылся в удобной части города. И зайти приятно, и все вопросы теперь будут решаться намного быстрее.